Покрасочные работы провели на асфальте у дома номер 4 на центральном проезде в Ивантеевке. За качеством разметки в Пушкинском следят. Стершуюся обновляют регулярно, чтобы не допустить ДТП. В Красноармейске на улице Комсомольской на этой неделе запланировали покрасить бордюры, а в Пушкино посеять газон в Писаревском проезде. План добрых дел – это небольшие, но важные изменения, которые муниципальные службы вносят в жизнь горожан, делая ее более удобной и комфортной.